5. Все. Спасибо за 300 рублей. Да, сука, зачем я... Звуки, так, девочка. Ну-ка, вот. Хай, хэт. Так, ну-ка, я его отдельно сейчас. А где Гусев, я не понимаю. Ты чё, блядь, ебанутый нахуй? Ой. Вот сука, блядь. Гусев, привет, Window Dark. Подожди, что it's надо сделать? Okay, Lamborghini Mercy. Yo, chick, she so thirsty. I'm in that 2C limo with your girl, she tryna jerk. Okay, Lamborghini Mercy. Yo, chick, she so thirsty. I'm in that 2C limo with your girl, she tryna jerk. Я расстался с тёлкой, кстати, да. Ты же в курсе. Ну так, просто, ну да, расстался. Ну, это там длинная очень история, я не буду её рассказывать. Почему? Вот. Почему ты не хочешь сказать? Ну ладно. Ну, побудь один и все. Что, зачем такие вот тёлки, вот эти вот все сраки, жопы, девушки? Зачем вообще придумали отношения? А, ну-ка. Доброе утро. Ну ладно, доброе. Давайте делать так, как он говорит. Hi, head! Хуяк. Вот, я закинул. Вот вам видно там в окошке. И... Да, совет, мне нравится одна стримерка, которая живет в Питере. Я хочу к ней приехать, но не знаю, как ей понравится. Подскажи, как привлечь внимание. Ну, вообще изначально сменить никнейм нахуй, а то с никнеймом Гусев у тебя вообще ноль шансов. Новая папка. А там тоже сейчас как хуя. Ебать, он дал. Я уже как Моргенштерн скоро буду, бля. А умеешь ошковать? Я тоже. Давно фанк не слушала. Каких-то майотов слушала. Я так понимаю, хп-хп это типа, когда ты смеешься с захлебываниями, да? Хп-хп-хп-хп. Блять, Андрей. Ладно, давай видео. А? Да, во-первых, кстати, спасибо большое за 200 рублей. Что сейчас, какой ты сейчас жест рукой сделал? О, осуждаю, блять! Россия! Ура! Эй, йоу, молодой тебе спортсмен. Это жесты непонятные вообще. Бонус ты получишь плюс. Что это такое? 35% при пополнении баланса. Ссылочка в описании. Ссылочка в описании. Бля, дефолт. Чё, бля? Бля, мне столько историй сейчас с Никитой, пиздец. Такой дурак. Подожди, потому что реклама, не будет не реклама. Я, по-моему, закончили с холстом. Ой, дурак. Ёбнутый чел. Что делать, пацаны? Блять, Гурген, можешь мне убрать, пожалуйста, команду фильм Гренландия? Гренландии не будет, будет Лило и Стич. Напиши, пожалуйста, название Лило и Стич. Верал он такой же? Это нормальный чел, Верал? У меня нет денег на микрофон даже, нахуй. Пизду. Это чего, девушка? Граната! Да? Пиздец, охуенно. Мама? Аудио. Ух, блин. Ауди! А! Бля, мы вчера так подпевали охуенно трека Ауди у Майота. Никто ничего не запрещает. Кто здесь? Ты кто? Лил, мам. Алло. Да, я буду проходить следующую главу, а ты смотреть будешь. Подарила мне Соньку, сука, души теперь пиздец, бля, поиграть даже не во что. Если ты там как хотел. Игры скачал тебе God of War, еще что-то скачал. Ну, я буду их проходить соло без тебя, знаешь ли, там ночью шлюшек закажу, там стриптизер, чтобы одна прям на телеком танцевала, сиськами трясла. Вот, одна стояла сзади, вот так вот меня по шее гладила, и я такой шампанский. Ебать, у него влажные сны какие-то уже получаются. Пад, ебать, играть там. Всякие годовары там. Да-да-да.
без интереса. Каждое утро работа и стресс. Новое утро, чашка эспрессо. Хватит гулять в голове моей. Хватит играться с рассудком. Давай договориться. Минимум 20, максимум 3 сутки. Как такое бля, вот это вот с орешками, бля, пиздец, блядь. Ну какой вот этот вот новогодний щелкунчик ёбаный? А, да, тебе он бля, нравится? Какой вкусный, он нахуй, вкусный, я бы им просто вот так вот пшикался. Фильм будет? Напиши мне в названии еще, пожалуйста, стрима, чтобы мне не задавали вопросы. Да, будет мультфильм Лило и Стич. Он реально охуенный. Это что это? Да, Дима, что было? Слышь, блядь? Я хотел, я показал тебе вот в рот пшикал. В рот бы напшикала. Я бы тебе тоже в рот напшикал. Доброй ночи, как считаете, стоит ли подарить девушке iPhone 11? Вопрос. Вопрос один. Она хорошо сосет? Если нет, то нахуй ее. К сожалению, нет. Кстати, очень много людей, которые отмечают меня после стрима, они смотрят нас с телека. Те, кто смотрит нас с телевизора, ребята... Сосите хуй. Как видите, у Оли 11 iPhone. Ну да, получается. Сюда, лут. Сюда. Но все равно еще ничего не напишите. Потому что вы из телека. Сейчас чел такой, сука, берет пульт. И начинает. Иди нахуй, где эта буква, блядь. Ну посмотрите, такая няшка. Как будто, знаете, у меня нет котика. И он мне заменяет котика. А если маме такой же вопрос будет? Не, ну мама это святое, если что. А маме я подарила бы все, что у меня есть, на что мне хватает деньги. Денег. Альфа Ромео. Альфа Ромео, а ну. Альфа Ромео. Альфа Ромео? Ой, блядь, что это такое, нахуй? Охуеть. Это, блядь, технический корабль, блядь, какой-то. Не, дядь, и одна педаль? Нет! Что это за космический корабль, блядь? Я куда на нем, блядь, взлетать-то буду, нахуй? Слишком я что, в космос еду, блядь, или что? Нет, боже, 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 уёбище, фу, нахуй. Камри 3.5 это лучшее, что может быть, согласны? Ой, блядь, что это такое? Такое, такое что-то нереальное, как будто это мистика, говно. Ебать. Говно, вообще говно. Да, иксуху не хочу. Model X, посмотрим. Ну типа, вы думаете, Тесла бы мне, я думаю, мне бы Тесла подошла. Она же, понимаете, машина умная, умнее меня, блядь. А мне надо что-то поумнее, блядь. Ну, чтобы я еду. Нет, если по фактам смотреть, у нее 6-й iPhone, ходит с ним уже 6-й год. Краем ухом слышу, что хочет X. Подумал, лучше 11 или вообще не стоит. Ну, лучше 11 да, взять. Ну, не X точно. Да, конечно, бери, если тебе не жалко, если ты, ну, просто даришь ей искренне на дары такой подарок, то, я думаю, ей будет очень приятно. Ну, блядь. Петрушка. Я еду, допустим. И подруга стоит на дороге. И машина сама открывает дверь, вылазит сидушка... Вот так ее ревнями хуяк зацепливает, садит в сидушку и обратно мне машину, и я еду. Только надо настроить, чтобы подруг таких культурных. Первый... Ой, я ебу. Каких подруг, блядь? Ой, ебать, она грязюка. Чисто... Ой, блядь, я ебу, блядь, ебать, охуенно выглядит. Мне нравится, ебать. Ебать, она охуенно вы... Ну, блядь, ну панелька такая себе, конечно. Ну, блядь, получше Мерсу. Ой, сидушки гоночные, это я буду так... Блядь, не люблю. Ой, это что, блядь, кресло DX Racer? Я ебу, блядь, сука! Извините. Смотрите, а тут какой-то злого, блядь, видимо, знают, смотрите, его как бы аватарка стоит. Автопортрет. Блин, у меня знобит что-то чат. Видите, злой знаменитость. Что-то знобит начало. I don't tell about your mother. Или как там? Чё ты про мою мать сказал? Чё она сказала? Чё ты про мою мать сказал? Чё ты про мою мать сказала, сука? Impossible. Я сказала, цените мать по-английски. И как ты это сказала? По-английски. Congratulations with your mama. Congratulations, это поздравляю, блядь.
Не болей, ладно, я Wonderful, надо. Это лучшее, блядь, wonderful. Типа прекрасное там. Много обозначений. Че, ебанута? Да, не могу. Я хоть в английский потянуть тоже. Пропусти первый. А ты вообще нихуя не прехаю. Ты видел, блядь? Ёбаная курица. И выбрал себе на своё место. Грызть вещи перестанешь, когда? Ты сначала грызть мой хуй прекрати, блядь, по-моему, прекрасно раз, блядь. Загрызь нахуй. Понял? Ты охуел, блядь? Я бы канул. Охуел, блядь. Хотите смотреть что-нибудь там, мультик, который я выбрала? Или вам вообще похуй? Это у нас брачные игры, нет? Посмотрим видосы, я уф, не пойду. Какое-нибудь одно движение, как там жабу трясти надо? Твою мать, что это за, блядь? Мне когда собака садилась, блядь, я с ней гулял, она так же докакивала, так вот. Она так вот машет, короче, докакивает, когда выкакивает последнее, блядь. Для меня это локация неразведанная, блядь, как будто в World of Warcraft, я не понимаю, что там, блядь, текстуры черные. Мне еще надо кровь на стену встать. Нет, ты не нужна никому, прости. Камера, блядь, нет, телефон, блядь. Угу, видосы и оп. Многие считали... Какие исключения, я без понятия. Серьезно, по астрономии. Какая планета Солнечной системы самая маленькая? Юпитер. А Рома не говорил, что у него будет на стриме? Просто, может, это нельзя палить? Бля, ебал тебя. Да в смысле, может, посмотрим? Оскар? Да, блядь, как Оскар. Не говорил, но слышно, я кажется... Припала рука. На старте, чел. А, я забыла про Покска, это что, Покска тоже с нами? Ебать, у меня лагает, блядь. Но я говорю то, что стрим будет охуевший. И то, что мы будем делать, это охуенно. Я надеюсь, что я всех там выебу. В очко просто, отпердолю. А меня никто не будет, доебать? Я некоторые вижу людей, блядь. Я здесь вижу некоторых рядом людей, вон сзади, смотрите. Да... Почему сразу покер? Вы что думаете, то, что я хорошо в покер играю? Нет. Нет. Завтра у Ромы, да, в 3 часа. Ах, я спалю. Я не палила ничего! Не будет никакого покера, блядь. Какой покер? Нет. Я плохо играю в покер, я бы так не говорила, уверена. Там будет, вообще будет там платье, а я там ебу. Да. Всех в мини-играх. Да. Оп. Ого, нихуя, блядь, как флип. Да. Не важно. Ясно, покер, да не будет никакого покера. Ну, там будет опять эта хуйня с фильмами, будем угадывать. И снизу, с середины и права. Фильмы и актеров, это что там было. Ну, короче, на то, что я проспала в какой-то там день. Вот. И G нажимай. Что это? Макина! Когда спустя вода. Ай, гурман. Гурман, съебись. Пожалуйста. Спускаюсь. А на третьем этаже где-то зона тиктокеров. Можете показать мне? Где-то у меня зона тиктокеров. Мне холодно, либо жарко, я не понимаю. Что он сказал, блин? Я не понял. Мне, блядь, сейчас. Мне еще рамси с какими-то, блядь, дагестанцами, нахуй мне это всоролось, блядь, на стриме. Блядь, что он мне сказал, я не понял, что он сказал, блядь, я не знаю. Если он хочет пиздиться, пусть так и скажет, блядь. Я хочу колечко Фон, такую хуйню, это. То, что он парит, это по-моему. Конечно, Саня, рейд, Саня, рейд, Саня, наконец-то породили! Рейд, господи! Да блядь! Помянем, я просто чел. Похлопаю. Пиздец, блядь. Нормально? Так жди поддержки, блядь, я задохнусь нахуй однажды. Я, Дрюк, не в обиду. Ксюха больше тащит. Так я постоянно об этом говорю. Да нихуя, я ничего не делаю. Все постоянно топят, типа, дрон что-то делает. Да нихуя не делаю. Ксюша держит, на нее плечах все состоит. На моих больших плечах. Модерация канала. Да. Блядь, так как и захотела на самом деле. Что делать? Может, офать? Офать нахуй. Ладно. Полностью весь нет, дом на себе тащит. Вы о чем говорите, блядь? Я об этом и Ради говорил вас. Постоянно. Ладно, спасибо за 1000 рублей. Я ж, блядь, ее вот она, а принцесса. Просто-напросто. Принцесса, блядь, ёпты. На горошине, ёпты. Чё ещё ёбнутый?
Ёбать, я угадал. Офай. Ёбаный врат. Да. Пососи. У меня такое настроение хорошее. Не порти. А? А это важно? Конечно. Выход там. Я патриот, мне можно. И на маску у него пиздатая. Вот такая хуйня стоит. Игривая. Надо с одной стороны. Игривая у меня была вчера. Если задержишь другой, то не все. Не-не, тогда все. Не-не, тогда все. Блять, вообще ебет. Сука, я играю обычный паблик, какого хуя ты челы играть умеют, блядь. Я первый раз, сука, в игру, блядь, зашел, но на второй. Ты посмотри на него, нахуй! Он, блядь, три дома построил, и, блядь, по нему пулю стрельнул. Так кто нахуй, я с кем играть зашел, блядь? Может, ранкет пошел, блядь? У меня какой ранг, нахуй? Он так и не настрелил кого-то? Я люблю! Ненавижу! На донат надо поставить. Я считаю. Да, Лило и Стич, норм фильмосик. Какой вы хотите норм фильм? Мы до этого смотрели Гренландию, достаточно хороший фильм. Нет? Хай, молодая, здорово. Можешь так? Да не, мне впадло. Еще раз посмотрим. Да не. Нарезку стендов. О, погнали. Как раз в туалет схожу. Отдыхать ты будешь. Можно посмотреть три билборда. Или можно вообще нихуя себе не смотреть. Просто на чиле посидеть с вами. Пообщаться. Заебалась смотреть уже что-то. Привет, Моша, 21. 121. Что? Что? Давай попиздим. Расскажу, какой был хуёвый концерт. Но как мы заебись съездили. Да не, да вот такой мейнстрим. Невидимый гость, мопед, ты что, блядь? У тебя донаты, деньги закончились, ты не донатишь больше? Можешь еще рассказать о каких-нибудь своих проблемах, я тебе помогу? Советикам это сказать. Кто срал плюс в чат? Минус. Ну так хочется на самом деле. Шоу Трумана, да не, какой-то. Подожди, у меня на хую своим ртом будешь сидеть, нахуй. Да, Саня? Отдыхай. Куда я, блин? Аниса, что ты, мужик, письку не можешь найти? Потерял, да? Ты ебанул? Как-то вроде бы что-то есть, но я смотрю даже на тупого долбоеба, просто тупой нахуй, в башке пусто, блять, он... Как звук сделал? Послышали? Что-то заметили, как Оля рассела прям после поездки в Москву? Нет, я говорю, просто я отдохнула, поэтому... Я заебалась дома сидеть, я съездила, поменяла обстановку, вернулась с нормальным настроением, все. Что? А как? А чего вы там такого-то? Это нормально? О май... Стас, спасибо большое за рейд. Ко всем, кто от Стаса. Ебать, я подсосала трафика. Здорово, здорово, рейдеры. Ко. Москва сильный, да, Москва, конечно, поменяла. А ёба просто тупой, нахуй, в башке пусто, блядь. Да. Он... Как так звук сделал? В башке ты там настроил Call of Duty нормально себе или нет? Или он вышел уже сразу? Просто у него нахуй, но он лысый, но тупой пиздец. И ты такой, блядь. Он так же играл с этой хуйнёй, да? Окей, Lamborghini Mercy. Yo, chick, she so thirsty. I'm in that 2C Lambo with your girl, she tryna jerk. Okay, Lamborghini Mercy. Yo, chick, she so thirsty. I'm in that 2C Lambo with your girl, she tryna jerk. Ты хули въёбываешься, понять не могу, блядь. Нет, у меня не закончились деньги. Просто я у тебя спросил в чате, обязательно байтер донаты, типа, ты без меня никак не проживёшь или что, блядь? Я без твоих донатов, я вообще не понимаю. Байтер на стримерах, понимаю. Ладно, последние 200 рублей. Не одобряю. 200 рублей спиздил. Так. Ну, а я что-то сказать хотел, да? Так, что?
А, вот эти HQD, которые так. Курил. Угу. Блять, как этого чего зовут? Я не знаю, как его зовут, поебать. Короче, вот эти большие HQD, я их, ну, угу, продал, угу, партию 100 штук, угу, блять, но это полное, угу, говно, если честно. Я их сам курил, это вообще, я не знаю, угу, просто мусор. Угу. Типа маленькие намного лучше, в миллион раз. Ну, такие, да, дела. Тяжек, и то я партию просто по рофлу заказал с Краснодара, там, угу, пятихатки. Угу. Потом, угу, слив их по 700. Угу. Предприниматель на минималках. Ну, на самом деле, это вообще не заработок, это полная хуйня. Ага. Нормальные пацаны инвестируют в акции. Ага. В пятерочки. Ты донатишь, блядь, мне по 200 рублей, долбоёб. Спасибо за 200. К такому вообще ревновать будешь. А он просто, блядь, лысый, нахуй. Хуйню мне донатит. Толстый, знаешь, не толстый, а такой, который на массе, как бы качается, но толстый. Он, короче, хуй знает. Что? Блядь, проебало, что он сказал. Из этих донатов. Ого! Фандер! Ничего себе! Солидный мужчина получается, сам сапку себе управляет. Доброй ночи, приветики. Асу, что вы ожидаете? Спайдермен. Спайдер. Осуждаю, блядь, долбоёб! Спайдермен. Хорошо, просмотр фильма. Может, не будем сегодня смотреть. Может, так просто...